При проведении рейдов было выявлено 18 водителей, которые проигнорировали правила дорожного движения и не предоставили преимущества в движении спецтранспорту, хотя машины скорой помощи включили сирену и проблесковые маячки. На всех нарушителей составлены административные материалы. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Непредоставление преимущества автомобилям специального назначения очень сильно затрудняет скорость их прибытия на место вызова. Прошу вас, не относитесь равнодушно к беде. Пропускайте автомобили специального назначения. Соблюдайте правила дорожного движения.